Всем привет! У нас сегодня 7 ноября. 7-8 градусов. Смотрите, а здесь еще лилии. Бутончики. Какая красота. И такая травка стоит. А вообще, вот такая уже осень. Уже листопад. Это всем знакомое дерево, вот цветочная почка, магнолия, и вот почечки цветочные, вот какая травка, а здесь вот какой-то такой смарт стоит. Вот такая осень, тут я на парковочке. Вот такая красота, такая машиночка. Самолет пролетает. Вот у меня есть видео с этого места. Даже с тем гусем, который сидит вдалеке. А сейчас хочу вам показать пару лебедей, которая осталась здесь зимовать, очевидно. У нас зимует много лебедей. Ну, какие красавцы, смотрите. Красавцы, красавцы. Ох, ох, какие красавцы. Только желудей, смотрите. Со шляпками и без шляпок. Вот такая красивая осень. Стою я вот на въезде. Или на выезде, кто как это видит, в нашей деревне. Вот такие тяжелые тучи ходят. Хотя вот здесь вот такое красивое голубое небо. Вот такие здесь дубочки. Такая красота. Довольно-таки холодно. 4 часа дня у нас. Какие домики красивые. Какая осень красивая. Гортензия стоит, засыхает. А вот всегда красивый куст. Забыла, как он называется. Всегда зеленый, цветет он как раз зимой и осенью. А здесь вот такая красота. Дети со школы возвращаются. Тут у нас заправочка. Там ферма. Вот их поля, угодья такие. Вот так у нас на въезде со стороны Гаги. А вот японский клен какой красивый, красный. Какие листики. На солнышке вообще так красиво. Вот как красиво вход оформлен. А здесь вот такая ель. И эти красивенные дубы, которые так красиво окрасились. А здесь такой красивый, вот я не знаю, подскажите, кто знает, ясень или это бук, или это вяз. Вот не знаю, здесь вот такой красивый садик перед домом. Это вот такое дерево, у которого вот такие семенные коробочки, как цветочки открываются. Вот такие.
Вот такое это дерево большое, красивое. И посмотрите, вросло буквально и в бетон, и в заборчик. И здесь вот такой красивый домик, буквально в старом английском стиле. Вы знаете, довольно-таки холодно. И вот такая красота, такой вид. Вот эта ферма стоит на берегу Рейнского канала. Вот буквально каких-то там 300 метров. И там канал. Вот те дома, которые вы можете видеть вдали, они стоят с другой стороны канала. И вот опять такой красивый ухоженный домик. Это вот два под одной крышей. У одних вход здесь, у других вход сбоку. Какая красота. Какие тучи тяжелые. Вот. А здесь вход с этой стороны. Видите? И такой почтовый ящик. Вот английский такой. Антик. И вот какой красивый домик. Ухоженный. И вот эта ферма. Там пасутся еще овцы, так сказать, на лугу. И здесь мы тоже с вами когда-то были. Туда пройти дальше. Там ферма отеля Ван де Фалк и такой как зоопарк небольшой. И у них же можно купить мясо страуса. Ну и другое свежее мясо. Вот такой домик. Живут пожилые люди здесь. Всегда настолько чисто, настолько ухожено. Смотрите, какая красота. Вот так. Как все чистенько, заботливо. Здесь вот такая фуксия еще цветет. Чернобрывцы, большая гортензия. И вот далее георгины. Видите, а вот какие красивые. Желтые, оранжевые. И там вот бегония. Нет, это герань под домом. Такая вот красота. Посмотрите, какое небо. Но у меня уже даже мерзнут руки. Ну, 6 градусов. Вот до этого времени у нас было еще так тепло, хорошо. Вот посмотрите, какие яблочки. Смотрите, сколько их. Тьма, тьма вот просто. Такие красивые. Здесь такие большие кусты гортензии. Я тоже показывала неоднократно. Черешня или японская вишня, которая опадает так красиво. И вот эти яблоки, посмотрите. Никто не рвет, не собирает. Хотя знаю, некоторые делают джем или варенье. Такая красота. Ну вот, показала вам немножко еще нашей осени. Такой красивый дуб. Там электронная доска при въезде в деревню. Вы можете сразу увидеть, что происходит на этой неделе или в ближайшие выходные. И вот какой садик тоже со стульчиками. А здесь старые теплицы. И их обустроили под магазин. Все для сада и огорода. Небольшой магазин, но у них довольно-таки интересные вещи. Он какая собака
смотрит на нас из дома. Какая большая красивая сосна с шишками. Такая красота. Едет автобус. Спереду на ту сторону. Вот этот магазин. Фалок Ферсмаркт. Ферсхотон. Вот так это выглядит. Иду я к своей машинке любимой. Буду греться и ехать за продуктами. Вот какая. Видите? Гортензия еще стоит. А там вот опять выглянуло солнышко, и сразу же настолько приятнее это все выглядит. Кстати, автобусы здесь ходят трех маршрутов. Два маршрута ходят каждые 15 минут. Опять эти красивые домики. Это вот обычный почтовый ящик. И один маршрут ходит раз в полчаса. Ходят они точно по расписанию. Если они хоть немного задержатся. Ой, солнышко вышло. Если они хоть немного задержатся, то люди сразу же жалуются. И как красиво. Ну все, на этом пока-пока. И так получается длинное видео. Не знаю, захотите ли вы его смотреть. Но надеюсь, что вам понравилось мое видео, моя маленькая зарисовочка. Будьте здоровы и счастливы. Я буду рада вашим комментариям и замечаниям. Пока-пока. Еще покажу вам, сколько стоит у нас бензин и дизель. Это не самая дешевая заправка. Эсса. Дизель 1,14, да? 1,13,9. Бензин 1,45. А дальше я не знаю, что это. Там не вижу, честно говоря. Это на въезде или на выезде. Ну, кто с какой стороны смотрит. И вот так садится солнышко. Ну, теперь я уже точно прощаюсь с вами. Всем пока-пока!